Ладно, продолжаем убивать этого дракона. Тут, блин, комары тоже раздражают. Блин, эти разные камни здесь все так есть. Да, как здесь смешают. Да я, блядь, вообще не помню. Что мне надо было делать, чтобы я забыл? Быть на коняшке, возможно. Я не хочу, блин, драться с драконом на коняшке. Это скучно. Дурашные драконы, блядь, нас заставили у всех драконов. Наверное, куда я теперь не готов драться, это вот на эту штуку. На те, в принципе, окей, ладно. Там вроде никого нет. Тут только крабы дальше будут, но они, видимо, слишком дальше будут. Слезай с нее. Там мне, кстати, тоже много, на самом деле. Куда ты ползешь? Ты здесь, дракон, алло. Да в смысле? Я не попал, да? Еще встанем на этой атаке. Почему ты не раз? Я понял. Убегаю. Блин, а мог ли камень врезаться? Капец. Что за атака? Так, это что? Нормально? Блин, сейчас комаров на агро. Хочешь еще подышать? Что тут делать? Короче, мне надо на морде, мне кажется, его смысл. Но очень важно. Блять, нет! Не умерли там тут. Слезай тут. Дракончик, пожалуйста. Мари, блин, отстаньте, ну серьезно, ну куда вы лезете? У чела щит огромный? Откуда? У него огромный щит, ты где взял, По-моему, здесь уже Лейд Гейми находится. Решил сюда вернуться. Не скипнул этого дракона. Нормально тебе там? Не хочешь ускориться, не знаю. Нет? Подышать огнем. О, хочешь, хорошо. Меня так убивать не надо, с ним дыхание. Что ты делаешь? Ты упал с этой атакой. Я не знаю, как я должен понимать представление вообще. О, хорошо. Ладно, сам ушел. Хорошо, что я за его головой начал следить. Это прям помогает, нет. Комар, боже, убить. Это комар не задел, да? Это комар не идет сейчас. Зажги его. Надеюсь, это комар сгорел. Стой там, все, не уходи. Блин, тут скала какая-то.
А, блин, ну почему для нормальных драконов драться? Не знаю, куда он там будет. Да. Здесь... А, это Энскалет рыжается. Окей, по-моему, можно предложить углом. А, я успел. Нахер было. О, это привлечение. Эксис будет привлечение драконов. Да. Мостом? Нет, взлетак не понимаю, что это будет. Камни какие-то. Так, это я же тоже, наверное, за диагноз. Дядька Марс! Сука. Какой ты делаешь? Подыши, 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 подыши. Парень, ну серьезно, давай тут глупость. Доктор, блядь! Блядь! Ага, сука, трат, ебаный. Иди нахуй. Нет, капа, двигайтесь, пожалуйста. Уёбище. Блять, я убил, убил. Это работает, я знаю. Драконье сердце, все. А в храме драконьего причастия появилась новая драконья сила. Варь на крапе, конечно. Клин. Хорошо, сюда больше не заходить. Ладно, я не знал то, что здесь краб еще сидит. О, блин, где меня резнул? Почему здесь? Давайте драконье сердце, души потом вернем. Как страшно. Где это драконье сердце, блин? Куда его дели? Это ключ. Это материал. Это ключевой предмет, да. Наделяет силы дракона на алтаре драконьего причастия. Сердце, добытое охотником на драконов, огромное и испещренное мелкими камешками, оно по-прежнему бьется. А подношение для драконьего причастия... Возложите драконье сердце на алтарь, чтобы получить силу дракона. А есть в этом сердце какая-то жуткая, диковатая красота. А, пойдемте забирать у краба наши души, которые нам за дракона блиндали. Почему-то, кстати, штука эта не сработала, но... Видимо, она для дракона тут была поставлена. То есть я не одноразовый. Интересно, не знаю, как это работает пока. Ой, блин, дракон. Ну, комары, конечно, и крабы бесят. Из-за этого драться с ним противно. Потому что дракон постоянно улетает непонятно куда. Ой, а тут, кстати, наверное, не лутался даже, да? Что, опять боевая музыка? Блин. Это не, это не там музыка. Думаю, опять с драконом сейчас драться. Здесь, кстати, вначале чуваки стояли, он на них прилетел, убил, и они больше не резаются, да? И даже после убийства дракона они не резаются. Чего? Это кто кинул? Видели, черепок прилетел? Откуда? Это комары, блин, тут бросают своим черепком. Что-то, блин, всем комарам я потомщу. Что, все? Взлетался? Хуя! Ой, ну да, то есть это... Че это такое, блин? Это он на меня напал? По-моему, не он, кстати. Ну ладно, пока пусть стоит, ладно. Не буду его трогать. И, блин, штуки... На эти штуки не мешали. Вот эти штуки, блин, летающие мешали капец. Да, блин, Тамар дурашный. Ага, он меня краба заманивает, офигел. Чуваки, я сейчас лук достану. Так, все, у меня вывесили. Да, ну. А, долбанные сырконожки летающие. Так, это мои души. Так, тут он пусть дышит, пока я душу остался. Так, это за дракона дали мне 5000. 49, я думаю, там с каких-то других челов накапало. Так, ну пока умру себе. Он в храп, я хочу с ним тоже поздороваться. Что он там прячется? И что он там прячет? Креветка. Креветка.
Ага. Ветка, блин. Не дракон. Ты не хочешь оттуда выйти, чел? Нахрен там, кстати, редкий ландыш. Вулканка. А можно другой стороной? Есть же две стороны, блин, там дракон. Это 3, 4, 5. Сам себе. А, стамина кончилась. Фига. Первый раз в этой игре стамина, по-моему, кончилась. Так, краб охранял яйца свои, понятно. Но так, также, я так понимаю, у него тут редкие вот эти цветочки. А, лилиатрины. А, 3 штуки, да? Интересно, зачем это нужно? Краб сейчас не помешает. Ну, как не помешает? Немного мешает. Ну, вообще, возможно, его можно вымолить и потом забрать эти цветы. Тут еще один краб. А, у меня фулл хилки, кстати. Чё, я боюсь. Краб, влезай. А, ну тут его где-то, кстати, видно. Или нет? А, нет, вот он. Все, он пузырики пускает. Давай, влезай. Блин, дракона мне не дал убить. Стоп, а где он? Чел, ты шутишь? То есть, может, его дракон разбудил? А, стоп, это не он. А, где? Чел, не пугай. Нормально, это не краб, это ретро, да, так, миллион хп. Так, еще одни яйца. О, там пещера. А, не прыгай. Реально что-то есть. Ну-ка, блин, сейчас. Стоп. Я пока туда, наверное, не пойду, я меточку поставлю. Блин, кстати, радужные камни в таком случае даже не нужны теперь. То, что можно метки ставить. Метки супер крутые. Радужные камни, пока только для проверки. Куда можно падать, а куда нет. Блин, эти чуваки ничего не дропают. По-моему, что-то дропают. Ну, не... А, ты чё? Здорово. Я как-то... Есть противоядие, но я, наверное, пока не хочу его так грузить без, ну, тупо. Осторожно, краб. Спасибо, кстати, да, это полезно, блин. Жалко, это время, блин, с драконом тут дрался. Впереди откладывать засады. Не, это плохая подсказка, не буду ее лайкать. Осторожно, краб. Блин, может быть, возле той штуки оставить послание, типа, осторожно, краб, слева далеко? Наверное, не пойму. Комара, значит, да? Летаю. Летаешь, да? Нормально тебе все? Ты летаешь, все. Ой, блин, стой, погоди, я кнопкой запутался. Летался. Блин, конечно, хорошие стрелы огненные не тратить, такое себе. Но они крафтовые, по идее. Не так обидно. А, мне еще те рубины надо будет зачистить. Мне 5000, кстати, не знаю, это там себе. С них чела вообще ничего не падает. Там как-то даже бесит. Раздражает. Чем-то лагает. Осторожно, дракон. Осторожно, дракона нет, я бы сказал. Блин, кстати, за дракона лудали, и еще торговец у нас есть. А, драконий. Прилеталась? Стрекозка. Опа, стоп, что? Это, кстати, я не знаю, что это, но это какая-то онлайн штука. Я не понимаю, на что она влияет. Но если ее потрогать, то что-то произойдет. Наверное. Так, а что тут дышит? С него ничего не выпало. Дождик, блин, болото и дождь.
Блин, черепаха я не хочу трогать. Они такие милые. Ползают тут. До воды почти добираются. Злые комары им мешают. Не дают добраться до воды. Там еще какая-то пещера. А, это же подмостки. Да мы туда тоже пойдем. Блин, ну вода оказалась немного больше, чем я думал тут всего. Кстати, крабов, по идее, которые под водой сидят, можно издалека увидеть, потому что они свои пузырьки пускают. А, что это такое? Ну, тут вроде бы ничего нет, не знаю. Там вот кусты какие-то. Как здесь вообще исследовать все? Я не понимаю. Ну, тут, по идее, ничего не должно быть. Это типа арена с боссом. Это что? Ничего. Это труп этой штуки, видимо. Так, ну здесь я дрался с этим. Драконом. Здесь ничего не было. Тут вот маг. Ну, он там очевидно что-то есть. Там вон чел стоит, например. С факелом. Куда мы сходим? Нет, с них реально ничего не падает. Немного надоело это. Я лутно. В смысле, мимо. Чел, целься лучше. Почему? У меня стрелы не долетают. Да хел. В смысле, не долетают? Комары, блин. Ну там краб, это, по-моему. Или это другой краб. О, стоп, а там какой-то этот чел его охраняет. Ядовитый. Так, ну в эту штуку мы еще сходим. Блин, а как мне нравится Dark Souls, но можно в эти штуки заходить с любой стороны, что у тебя нету коридора дурашного. Так, эти челы тут что-то охраняют, сейчас мы у них узнаем это. Стой. Ай, блин, я зашел. Я просто не понимаю, что краб от меня хочет. Че ты идешь-то? Чел. Я тебе что-то сделал? Так, хватит тут. Сколько тебе нельзя? Не мешай, не мешай. Спокойно, спокойно. Пытается еще, кстати. А, я понял, это грибы ядовитые, только они сделаны по-другому. Мне ж как бы, блин, жесть они надышали. Вейпер, блин. Че не видно. Тихо. Испределяться. Не дали. Или... А, это лучше, наверное, дали. Просто летит. А, лучше летят желтым, как будто летит этот какой-то эстус. А, это же бой. Блин, чуть-чуть урона не хватает, чтобы с... А, у меня хп нет. Да. Стоп, меня траванули? Че, у меня хп не было? Ну, кстати, там что-то прибор, но... Чел не умер. Да. Ой, ядовитый цветок. Кайф. Это, кстати, первый лут созданий доступно, потому что я в бою. Вот он. А цветок растущий на отравленной земле. А, копает темно. Капает темной зеленой ядовитой жидкостью. Копает. Копает жидкостью. Так, это два еще, да? Жив. Ой, мне дали эстус теперь, точно. И тут пульсирующий лист. Нет, кого-то не было. А, типа был, по-моему. А темно-красные листья с толстыми прожилками. А, встречаются крайне редко. Прожилки слегка пульсируют, разгоняют кровь, оказывает бодрящий эффект. По-моему, у меня такой был. Не помню, где я его взял, но мне кажется, он у меня был. Так, я не охраняю эту штуку. Блин, эти все материалы, они показываются, как будто какие-то супер редкие и важные.
Хотя, с другой стороны, мог просто прибежать, не убивая их, и залутать эту штуку. Так, ну туда, наверное, вместе с мостом пойдем. Давайте вернемся сюда, потому что здесь мы, по идее, были. Здесь мы попали в засаду из двух крабов. А вот этого краба, по-моему, не было. Или это приполз оттуда? Что он тут делает? Ты кто? Краб. Сюда иди. Ой, у меня хп не фул. Давай-давай, иди сюда. Так. Хорошая лапка, но... Ой. Ага, знаю. Что такое? Все, готов. Отдай лут. Дай свои яйца. И мне за него тоже ресурсы остановили. Вижу, вижу. Не знаю, стоит ли мне идти дальше, просто дальше, по идее, ничего нет, но смотрите. Вот оно. Как думаете, что там? Я думаю, что там краб. Нужен ли он мне? Кстати, давайте вот это снова подлетаем. Шесть 300 душ, если что, кстати. На кону. О, там что-то лежит в центре. А? Лутик. А, нет, это опять же литрины, но я пока не понимаю, зачем она нужна. По-моему, у меня ни одного рецепта с ней нет. Но она пока что позиционирует себя как супер редкое что-то, да? Угу. Сейчас чекну, может, у меня есть не, на самом деле, рецепт, я просто не забыл. Росистая трава. Росистая. Что ты крафтишь? Зелье призывающего пальца, показывает дружеские и вражеские знаки. Нет, у меня есть не крафтов. Но у меня, по-моему, не все крафты. У меня нету крафтов. У меня стрелки нету. Я стрел только вроде не покупал. Типа бомбу можно еще. Ну, кстати, блин, было ядовитый цветок. О, еще один выпил. О, это пещера. Стоп. Интересно. А, нет, я же здесь был. Тут... А, нет, я был, наверное, выше. Ну-ка. Нет, тут ничего нет. Это просто щель. Да, тупик. Тупик. Ну, в теории туда сверху можно спрыгнуть. А, надо ли? Надо. Ну-ка, блин, сюда. Коняшка, поехали. Сейчас спрыгнем. Смотрим, что там. Так, собраться бы тут еще где-то. Вот этот подъем. Да, это прям на лестницу похоже. Но я здесь был. Да, я уверен, что я здесь был. А, здесь еще дальше. Сейчас я здесь соберусь, здесь, надеюсь. По-моему, нет, я уже здесь вроде был, и я не смог забраться. Да, это, похоже, на то же самое место, в котором я и пытался. Мне не получилось. А, кстати, вот сюда я не пытался. Может, туда можно запрыгнуть? О, кстати, да, можно. О, собственно, подсолнул. Так, где это спрыгивание на эту штуку? О, чел там почти доползли. Так, тебя... Ну, тут мусор, да? Да, мусор, блин. Лутал мусор. Так, туда мы сейчас, наверное, поедем. Так, ну я хочу вон туда. Пускай это тоже мусор, но я хочу убедиться в том, что это мусор. А, убедился. Ну, зато убедился, ладно. Да я знаю, что там ничего полезного. Так, поехали последний пролет по этой штуке. Убедимся и здесь, что ничего нет полезного. Ну ты чел с топориком ходишь, да? Я, кстати, не знаю, как здесь показывают фантомов, то есть с правильным оружием или опять как, например, во второй части просто есть шаблоны оружия каждого типа, и чуваков, у которого схожий тип, их просто показывают с этим. То есть, например, вот в втором дарке есть 4 изогнутых клинка, там
меч Нио изогнутый, забытый с этого, который падает с как его? Ну, чел забытый, безлюдный пристань, который босс двухголовый. С него пушка падает с обычной Муракума и двуручный меч дракона изогнутый. Но всех этих челов, несмотря на неважно, сколько пушка они ходят, они все будут ходить только с Муракумой, как фантомы. Так, тут челы зависают. Кайфово им там, наверное. Так, еще я помню про пещеру, сейчас метку увидел у себя. Не трави, не надо, не надо, что ты делаешь. Блин, вечерей. Помню, с драконом там дрался в одно время, ты потом исследовал это озеро в другое, а и сейчас уже третье. А дрался с драконом ночью, интересно. Кстати, а может быть, если прийти на место дракона в какое-то другое время суток, там что-то поменяется? Не знаю, не знаю, может быть. А, блин, это место я видел то, что сверху можно вот там всякие эти штуки поспрыгать, но мне кажется, там ничего нет. Вряд ли они так стали прятать что-то. Какая-нибудь тайная стена и... Ой, там кто-то ходит. Так выглядит, как будто туда реально можно спрыгнуть. Я думаю, это просто спуск. Не больше. То есть просто, если бы я там, например, сверху хотел вниз, я бы спустился просто там. Шесть. Чего? Поднимай смазку. А откуда? Ой, там сзади. Да, а, челы зависают. Да, да, зависают, конечно. Так, я не встану, поэтому добиваем. Все, так, осколок человеческой кости. Так, там огненная штука выпала какая-то. А будучи нанесенной на оружие, смазка добавляет урона огнем при атаке. Ну, понятно. Это смола. А затвердевшая смазка из смеси горючих материалов, создаваемый предмет. Покрывает оружие, добавляя урон огнем, действует непринужительно. Это, кстати, круто, то, что это создаваемый предмет. Это очень круто. Крафтить, кстати, смолу это, блин, балдежно очень. Я даже хочу найти рецепт теперь. Так, чуваки меня не видят. Что я сзади понял, то, что чел тоже спрыгнул. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мне надо добить его срочно, пока он не может. Так, там чувак с щитом. А, ну чувак уже мертв. Так, добить? Камал, уйди, 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 ну не тебя же, понимаешь. Всё, чего все добили? Крутые, кстати, скелеты, мне кажется, то, что я не, типа... То есть как было во всех частях? Ну, кроме третьей, не знаю, как в первой, второй у нас есть скелеты, которых резает некромант. Убиваем некроманта одноразового, скелет больше не резается. Ой, блин, по-моему, во втором... Точнее, в третьем дарке есть механика то, что скелетов можно убить некоторые два раза просто. Этих просто добить.